смех лангусты, ненаписанные мемуары Сары Бернак. Действующие лица. Сара Бернак, великая артистка, 77 лет. Знаешь, да? Ну и ладно. Жорж Питу, ее секретарь, 45-50 лет. 1922 год, приморская вилла Сары Бернак. Очень жарко. Пекло. Мадам, как вы сюда попали? Так же, как и вы. Кто вас сюда привел? Пету. Смотрите вы лучше на море. Оно прозрачно. Молчит. Молчит, как ребенок, которого поставили в угол. Ничто не шелохнется, даже ветер затих. Но только солнце. Солнце, солнце! Боже, как оно жжет. Пету, принесите мне зонтик. Мадам, вам лучше вернуться в дом, пойдемте, я отведу вас. Доктор Моро говорит, что при вашем состоянии здоровья надо быть осторожным. Хочу вас без нравоучений, зонтик. Слушаюсь. Да, надо что-то делать. Что-то делать надо, надо и немедленно. Этот огненный шар когда-нибудь на всех испепелит. Но и сам превратится в пепел когда-нибудь. Когда-нибудь, но когда? А может быть, его чем-нибудь заменить? Чем? Да, это не так-то легко. Что? Ну что? Ну что, что, я вот это просила? По-моему, нет. Я просила зонтик, 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 зонтик. Сохнул, умираю от жары. Высохло уже, как Сахара. У вас жара, да? У нас солнце, Пету. Зачем вы вышли сюда, мадам? Доктор Моро не советовал, у вас может начаться лихорадка. Не может у меня начаться лихорадка. Никогда в жизни не было у меня никакой лихорадки. Все начинается постепенно. Сначала маленькая температура, потом трудно дышать, бред, кровохарка, не истерия. Ну, замолчи. Ну, что вы, черное, что себе позволяете? Вы, вероятно, хотели сказать, Пету, почему вы забыли меня предупредить, что мне нельзя находиться на солнце? Нет, не совсем так. Я хотела сказать другое. Пету, вы почему забыли мой зонтик? Момент, мадам. Граммофон. Что? Вы что, глухой? Что-что? Граммофон! Музыка меня немножко взбодрит. Граммофон, это приятно. Что? От морского воздуха механизм ржавеет. Граммофон. Да ужин? Ну что, мадам, музыка раздражает пищеварительный тракт. Это каждому известно. Еще моя покойная мать всегда говорила, что желудок и уши активно взаимодействуют, ни в коем случае зонтик, нельзя зонтик, начинать. Зонтик, зонтик, ну, хорошо, зонтик, зонтик, хорошо, зонтик, зонтик, зонтик. Хорошо, слушаю. Хорошо, Господи ты, хорошо, Боже мой. Хорошо. Какой несносный болтун. А я, старая дура, надеялась, что музыка меня избавит от медицинских открытий его покойной матери. О, Господи, какая жара, пекла. Ну, я знаю, что до конца моих дней он будет меня поучать. Поучать, поучать, поучать. Потихоньку теряя волосы. Да. Идет в могилу лысым, как яйцо. Ой, Боже, какая жара, пекла. Нет, надо что-то делать. Что-то делать надо, надо, надо. Боже мой, я работать хочу. Ну, хочу работать. Работать, работать хочу, хочу, хочу. Нельзя, нельзя сидеть целые дни без всякого дела. На одном месте, как старая высохшая ящерица. О, да. Вот это великолепно. Старая высохшая ящерица лежит под тяжелым камнем. Пито, ну-ка со стола все уберите, мы будем продолжать работу, да. Старая высохшая ящерица. Пито! Пито! Что это такое? Вечно он куда-то исчезает. Да, старая высохшая ящерица. Лежит под тяжелым. Ага, наконец-то. А ну-ка со стола все уберите. Со стола все уберите. Уберите со стола все, все вот это, вот эти все бумаги, все вот это. Мы будем продолжать работу, уберите. Уберите! Вы убрали бумаги, Пету? Нет, мадам. Почему? Я не понимаю, что вы хотите, мадам? Я что-то вообще ничего не понимаю. Это я не спорю. Где зонтик мой? Что? Я просила зонтик. Где он? Вы просили граммофон. И зонтик. Не помню. Ой, Боже мой.
Подождите. Там на папке я подписала родственника. Я грамотно ее вижу. Да, что это значит? Родство означает родственники, уже четвертую папку так подписываем. Ну хорошо, ладно, заберите ее тогда с собой, принесите мне дневник. Ту синюю папку? Да, синюю папку с цветочками. Мадам будет работать? Да, мадам будет работать. Понятно, если граммофон больше не нужен. Ой, боже мой, оставьте, убирайте. Хорошо, слушаюсь, хорошо. Это интересно, куда это вы? Дом, мадам. А почему? Ну, вы же сказали, убирайтесь, Петя. Да, но я еще сказала, Пету, принесите мне дневник, синюю папку с лепоями. С цветочками. Ой, боже мой, ну с цветочками. Цветочками. Что у вас в руке, Пету? В левой. Наши черновики, мадам. А что там написано, Пету? Мадам, мне кажется, что одного зонтика будет маловато. Чтобы избавиться от вас от нервного припадка, извините, несварение желудка, в доме уютные прохладные комнаты. Почему нужно вылезти на эту жаровню? Почему нужно вылезти на этот солнцепёк? Почему нужно гонять меня вверх-вниз, как мальчишку? Порядок. Единственное, я тебя прошу, порядок, еще раз порядок. Ну что вы успокоитесь, вы как так услышите? Это элементарная истина. Порядок. Замолчали. Так, Каруза. О, боже мой. Каруза. Так, Майба. Вот. Ну что это такое? Это же не музыка, боже мой, ну еще это покажу. Альма Глюк? Нет, эту Альму ни в коем случае. Одежда, боже, желадежда. Жара. Нет, у этой ломается дух. А это. О, вот это да. Да. Да, мисс, ах, мисс, да. Вот вы поете душой, боже мой, 1912 год. Любовь. Нет. Живой голос это лучше. Я все принес, мадам. Да, но вижу. Мадам хотела работать. Да, я уже работаю. Я вспоминаю свою мать. Ну, вашу мать. Сейчас найдем вашу мать. Моя мать, Юдит Ванкар, была дочерью голландского еврея. Он делал мебель плетеную из соломы, она была тщеславна. И вот уже 20 лет она и француженка, и католичка, и содержанка. Все это у нас есть. Да. Она могла мне дать только красоту. Красоту, хорошие манеры, но этого я не унаследовала. В реестре родственники. Она была похожа на фиал. Графа М. Мать? Да, нет. Скорее даже на букет фиал. Букет Б. Сейчас найдем Б. Да, но этот букет так часто переходил из рук в руки, что терял свежесть. Да. Ну что, записали? Да, сейчас запишу. Пишите. Действительно, была похожа на букет фиал. Букет фиала завернута в папиросную бумагу. Боже, как чудесно фиалки пахнут, но когда они вянут, запах еще сильнее. И папиросная бумага. Немного режем эту папиросную бумагу. Что папиросная бумага? Ну вот, пластинка кончилась. Вот, слава богу. Что? А ну-ка еще раз поставь. Мадам. Давайте. Мадам. Еще раз. Мадам, и вы это, мисс, одновременно, как я буду... Что с вами? Простить? Что это? А ну-ка еще раз. Где зонтик мой? Что? Я просила зонтик, где он? А, в доме. А должен быть здесь? А зачем? Пету, милый, вам не жарко? Мне очень жарко, мадам. Ну, чудесно. Мне очень жарко, мадам. Ну, жарко, очень жарко. Да, очень, мне очень жарко, мадам. Что, ну, думайте, что надо принести, если жарко. Надо прежде всего... Ну, жарко, очень жарко, что надо, ну, что? Я не могу, ну, боже мой. Если бы мадам согласилась пойти в дом, нам было бы легче работать. Да, пишите, мать моя была. Ну, папиросная бумага. Мать моя была. Папиросная бумага. Вы же сказали папиросную бумагу. Сказали. Я не волнуюсь. Я вспомню сама. Папиросная бумага.
Ну? Что ну? Ну? Не работает у меня. Ну. Конечно. Мама Голландия, папиросная бумага. Не вяжется как? Да, не вяжется. Да, не вяжется. Не вяжется, да, не вяжется. Да, да, не вяжется. Никак не вяжется. Не вяжется, да. Не вяжется. Не вяжется, да, не, не вяжется. Вяжется, не вяжется, не вяжется. О! Боже мой, да какая пустота, боже мой. Бедная мисс поет, конечно, слабовато, но не причина швыряться. Ладно, ладно, все хватит, мисс, покончено, забудьте. Вон, кстати, новые иголки нужны. Иголки, иголки. Метод новый нужен. Метод иголки. Ну-ка, я подберу. Давайте, я подберу. Может быть, продолжим работу завтра? Значит, вас не увлекает моя мемуара? Увлекает, увлекает. Ох, как они меня увлекают. Увлекает мемуары. Да. Между прочим, моя идея — второй том воспоминаний для всего просвещенного мира и Америки. Я вижу, как они вас увлекают. Нет такого пункта, который, значит, обязывал бы меня превращаться в ваших родственников. Ничего, я надеюсь, что мне вы не откажете. Мадам, я умоляю. Пожалуйста, вы моя мама. Вы моя мама, красавица, мама. Мама, вы моя красавица, мама. Вы моя мать, Питу, мама. Мадам. Мама, вы моя мать, Питу. Мама! Вы слышите меня? Вы моя мать. Я слышу, я слышу, слышу. Слава Богу. Я мама. Да, вы моя мама. А какой период берем? Какой период? Ну, мне 27. Ну что? Нет, ничего, полсотни как не бывало. Ну что, ну не бывало, не бывало, не бывало. Ну ладно, хорошо, начинаем, начинаем. Давайте, принесли, не ждать, нечего, чем скорее всего. Замолчите. Вы хотели, я как-то, пожалуйста, ради бога. Замолчите, я сказала, замолчите. Сначала ремарка. Хорошо, ради бога, пожалуйста, давайте. Значит так, известная актриса Сара Бернар живет в Париже, на левом берегу Сены. Со своим любовником, князем Энридей, и маленьким сыном Марисом. Марис, где мой? Мальчик, где мой? Где мальчик мой? Где крошка моя любимая? Что, да откуда я знаю? Потащил доктора Морозова ловить лангустов. Давайте, пожалуйста, вы хотели? Не так, не так, не так, не так, не так, не так. А, совсем не так, не так. Вы красавица. Я же вам сказала, что мать моя была очень красивая женщина. Потом вы должны ко мне все время придираться, все время ругаться, ворчать. Ну, в общем, делайте то, что вы делаете ежедневно. Ну, мадам. Да, 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 да. Вы известная в Париже женщина, очень известная. Вообще о вас говорит вся Франция. Вы достигли богатства, даже уважения, ну, разумеется, через постель. Некоторые очень видные деятели страны в вашем присутствии чувствовали себя настоящими мужчинами. А вот сейчас, сейчас вы любовница герцога де Монпансье. Нет, любовниц я изображать не умею. Но... Нет, нет. Изображать, изображать. Изображать — это не быть. Игра, игра, которая поможет нам все вспомнить под этим дивным солнцем. Да, кстати, зонтик, я совсем забыл. Не сейчас надо, нет, нет проблем, я сейчас нет, нет вопросов. Не надо, не надо, не надо, вернитесь, не будем бунтовать, не будем бунтовать, бунтовать, не будем, не слышу, не будем бунтовать. Ну да, 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 мадам, да. Не мадам, мадемуазель, дочь, дочь. А, ну так они, да, дочь. Слава Богу, значит так, выедет Бернард, выедет Бернард, выедет Бернард. Ну повторяйте за мной, выедет Бернард. Выедет Бернард. Выедет, ну да, мы едем Бернард, понятно, понятно, понятно. Одна из самых. Одна из самых. Нашумевших. Нашумевших. Ко мне подойдите. Ко мне подойдите. Ко мне подойдите. А, ну да, 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 хорошо. Нашумевшие. Нашумевшие. Поближе, поближе, поближе. Быстрее, быстрее, давайте, давайте. Что такое? Господи, что такое? Да не вертитесь вы.
Женщин Парижа. Не вертитесь, у женщин Парижа. Да просто женщин Парижа. Ну, просто женщин Парижа. Вы достигли богатства. Достигли богатства. Уважение. Уважение. Через что? Через что? Через постель. Женщин Парижа. Ну, вы заладили. Женщин Парижа, женщин Парижа. Вам, надеюсь, это понятно, конечно? Ну, веер возьмите. Мне нужны. Возьмите, возьмите, да. Пожалуйста, попробуй. Прошу, попробуем, идите. Мадам. Идите, идите. Мой папа уже 27 лет. Ну? Это серьезный возраст. Прекрасно, дальше. Пора бросать театр, искать занятия поприличнее. Нужно помнить о своей ответственности. Знаете, очень хорошо. Вы меня выбиваете. Ах, выбиваю. Ладно, не буду. Значит, ответственно. Ну что же, ответственность у меня только перед самой собой. Как перед самой собой совершенно в 27 лет, я так ничего не понял. 27, ну, так... Ну, ребенок. А, Мариса, да, конечно, мамочка. За Мариса я отвечаю. Но и за князя Нарядолин тоже. Ну, вспоминайте, в картотеке, ну, князь Нарядолин. И кто думает, что господин даст свое имя твоему ребенку, этот бельгийский господин себе на уме. Ничего, ничего, любит меня, любит. Он тебя любит, ведь ты такой благородный мужчина, какой поступок. Он тебя любит. А как тебе можно было еще подступиться? Надо увидеть, как он запоет, когда родители, вот эти благополучные бельгийские аристократы, узнают, кто, вот кто записался в их княжеский род. Браво, Петро, браво. Я лично сделала для тебя все, что могла. Конечно, до тебя ничего не жалела, я ж мать. Нет. Я лично сделала для тебя все, что могла. Я лично сделала для тебя все, что могла? Нет. Ну, громче уже. Да я говорю нет. Пожалуйста, да, пожалуйста. Нет, вы всегда больше любили Жанну. Жанна была ваша любимица. И для нее у вас никогда ни в чем не было никакого отказа. Да, а в чем дело? В чем дело? Жанна действительно ангел, ой, немного нервная, но бесконечно преданная дочь. Ангел, ангел. Ну что ж, прекрасно, Петр, прекрасно. Только не надо делать вид, что вам не нравится наша игра. Может продолжать? Давайте. Нельзя сидеть. Нельзя сидеть. Что тут? Нельзя сидеть. Вести себя так нельзя. Нельзя себя так вести. Вы меня доведете до сердечного припадка. Что вы мечетесь, а что вы крутитесь? Что вы вертитесь в разные стороны? Что вы вечно никогда никого не слушаетесь? А что бы вы хотели? Изменять Жанну и сделать себе подобных? Прекрасные копии, прекрасные мамочки? Вы только вспомните дрезденские фигурки. Фарфоровая сумка и фарфоровые щенки. Ты как со мной разговариваешь? Ты как со мной разговариваешь? Несносная девчонка, ты всегда была сумасбродкой. Ну, началось, да? Твои идиотские фантазии. Началось. Мама. Я усвоил, что я мама. Мама, понимаешь, мечется, мучается, находит для тебя подходящих поклонников. Что? Да, это нелегко при твоей, будем прямо говорить, это по сюжету. Ради бога, пожалуйста. Это вы находили для меня подходящих поклонников? Это вы для меня находили? Да. Боже мой. Мне едва исполнилось 15 лет. 15. Как вы меня подсунули этой косматой скотине. Господи, как звали ты его? Ах да, Берентель. Правильно, Берентель. Боже мой. В жизни не видела более отвратительного мужика. У него даже из-под ногтей росли волосы. Да, у него дело было хорошее. Ну да, правильно, он делал мешки. Ну, наверное, из собственных волос. Какая мерзость. Это же просто! Что за привалище? Святая Тереза, вот врачи женщинам моего возраста, зрелым женщинам, обычно рекомендуют избегать именно сладости, мучное, спиртное, не делать резких движений, ну, словом, беречь здоровье. Мне мой врач рекомендовал избегать старшей пути. Да, правильно. Все это естественно, меня очень беспокоит. Кто ж мне не доставляла радость? Я ж мать. Я ж видела, что моя дочь неуправляемая, несносное, непослушное создание, с неприятным носом. Ну, с носом, да, но что ж теперь делать? Что, правда, не ее вина. Потом у моей дочери просыпается жадность. Что вы несете? Да никогда в жизни никакой жадности не было. Неуемная жадность. Да перестури. Я знаю, было. Жадность была. Жадность к ласке.
мужской ласке. О, ах, это. Ну, это да. Ну, годы, проведенные в театре, да, и свои плоды. Богема. Надо бы портить себе жизнь. Ухитрялась портить Жанне, моему ангелу. Жанне, моему ангелу. Ну что же, попал. Ну все, хватит, бросайте дверь, садитесь и пишите. Вода, тут будет молчать. Бросайте дверь, садитесь и пишите. Моя, пишите, как же. А, да, 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 да. Жанне, моему ангелу. Ну что, ну же, мы готовы, можно закрывать? Сейчас, ну все, успокоились, Шарков, давайте, давайте, сейчас, садитесь не, 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 успокоились, Шарков, не, я стою. Мадам, я умоляю, попорядок, я хочу быть порядок. Боже мой, ну все, это надолго. Ну? Порядок. Ну все, хватит, я сказала, писать. Мадам, я умоляю. Ну... Боже мой. Ну не надо, я умоляю. Ну, мадам, ну бери. Писать. Все, начали. Да, можно диктовать, да? Диктовать можно, все, давайте. Все, кружится. Хватит зевать, я сказала, пишите. Ну можно? Ну сосредоточились или нет? Все кружится. Право-влево, ничего не могу рассмотреть. Так говорила мне Жанна, моя сестра. А я знала, что она была пьяна. С утра была пьяна. Ты приучила ее. Ты потащил ее за собой на эти безумные гастроли в Нью-Йорк, еще черт знает куда. Твой театр — это вертеп. Так говорила мне мать. Но я не заставляла Жанну пить. Ну, я ее не останавливала. Да, я не хотела брать ее в Нью-Йорк. Она настаивала. Она кричала мне в лицо, что я ей завидую, что я ее боюсь. Боюсь, что она расскажет американцам, кто я и откуда родом. Ну, я взяла ее. Ну, дала ей несколько маленьких ролей. Ну и что же? Публика ее не заметила. Ее заметили мужчины. И она не сопротивлялась. Я ненавидела ее. Я ненавидела. С самого детства. Она же всегда была центром в семье. Ей устраивали роскошные каникулы, делали массаж лица сливками. Засыпали под... Да, все ей. А я... А я рыла землю своим носом, цеплялась, карабкалась, цеплялась за самый маленький шанс остаться в консерватории. А мать моя мать и ее очередной друг, они же смеялись надо мной. Ну, конечно, Жанна ангел. Ну, вообще-то, у нее действительно прекрасное лицо. Вот она-то похожа на маму. Роскошные волосы, дивный нос, прекрасный рот. А что у меня? Что? Глаза? Ну да, только глаза. Все остальное я должна была выдумать. Я не согласен. Оставьте. Публике нужна красота. Красота, чуть-чуть ума и ослепительная улыбка. Впрочем, ум не обязательно. Ну, мадам, вы отвлекаетесь. Я никогда не отвлекалась, никогда. Я все отдала публике. Все. Что именно? Мама, что я отдала публике? Кто я? Что кто я? Ну я сейчас кто? Кто сейчас кто? Спросить ничего что нельзя. Что это такое? Ну, боже мой, все не боже. Ну, сейчас на беду. Все не туда. Ой, боже мой. Ну, хорошо, беду я понимаю. Господи, ну что же ты? Ну ищите, ладно, давно уже все это было записано, что там публике отдала. Ищите, читайте. Господи, ну, да, и что делать, Боже? Ищите, читайте. 50 лет я отдавала публике всю страсть своей души, каждый удар сердца, каждую слезу. Я сыграла, я прожила более 120 ролей и во всех укладывалась без остатка. Что? Что вы из меня делаете что-то? Вроде национального памятника? Я цитирую вас, мадам. Меня? Да. Ну, извините. Нет, я терпеть не могу вас, потому что... Ой, боже мой. Ладно, хорошо. Ладно, так будем считать, что это зигзаг, небольшое отклонение в положительную сторону. Нет. Сегодня я не такая сумасшедшая, как на прошлой неделе. По-моему, прогресс налицо. Да. Так, а вот теперь, Пету, по-моему, самое время нам с вами немножечко постранствовать. Итак,
Где же это мы? Дома, слава богу. Время самое обеденное. Нет, я не голодна. Так, я, знаете, хочу. Но сначала мы с вами до конца пройдем роль матери. После обеда. Нет, так. На голодный желудок у вас лучше получится. Да-да-да, не спорьте. Нет, нет, нет. Вы были очень убедительны в этой роли. Вы были очень достоверны, кроме грязи того, что на подбородке давно хотела сказать, извините. Вот уже это совсем не в характере моей матери. Итак, мама говорит. Так, мама говорит, мадам, мадемуазель, вам уже 27 лет, это серьезный возраст. Не 11 лет, 11. Что, какие 11? Его никогда не было 11. Какие 11? В нашем записи все начинается гораздо. Было, мамочка. Гораздо, было. Было 11 лет. У тебя никогда возраст не менялся. Тебе всегда было 27 лет. И вот сейчас тебе 27 лет. Да, я мамой стала в рай. Да. Мы стоим с тобой, мамочка, у серой стены. Ты привезла меня в монастырь Гроншам. Тебе очень важно обучить меня ведению домашнего хозяйства. На самом деле, ты же хочешь от меня избавиться? Тебя раздражают мои манеры. Я очень люблю щипаться. Щипаться твоим тонким манерам. И местами хожу безошибочно. Самый чувствительный. Ты сердишься, ты вообще очень любишь сердиться. Ты всегда сердишься, но почему-то всегда на меня. Ну, сейчас ты будешь свободна. Свобода, уезжай. А вы сами, да? Да, уезжаешь, оставляешь меня. Вы сами работаете. Уезжаешь куда-то в огромной черной карете. Куда-то до серой стены. До бесконечно серых деревьев, которые исчезают на сером горизонте. Ну, я плачу. Я боюсь. А вы хотите меня успокоить? Давайте начнем. Я поехал в огромной черной карете. Так вы же не мать! А кто я, деточка? Вы мать, но не та. Вы святая мать. Ну, только этого мне не хватало. Да-да-да-да-да-да! Вы святая мать Софьи, настоятельница монастыря. Но я хочу представить тебе разговор со святой матерью Софьей. Хочу его услышать. Я никогда не был монахом, никак я могу... Не монахом, а настоятельница монастыря. Мадам, я умоляю, вы большая, очень большая женщина с ярым, с глухим голосом вообще. Когда вы говорите, то создается такое впечатление, будто к эпической стяну разбивается пустой глиняный кувшин. Каждое слово как быстро, с таким диким звуком. Хорошо, так не получится. Все получится, все получится. Нет, это трудный кусок, это даже... Это трудно, мне так не получится, я умоляю. Мадам, ну, между мадам, ну, не хорошо, можно быть мужчиной. С ума сошли в женском монастыре. Ну, а что такое? Садовник или дворник, куда проводишь? Хватит пререкаться, таким сейчас. Господи, очень святой вид, сама нравственность Богу. Даже нет слов. Итак, будете со мной говорить. Так, где мама? Что мама? Где? Без матери нельзя играть. Уехала. Так, будете со мной говорить. Вот я стою в углу вестибюля, совсем еще маленькая девочка. Я плачу, я боюсь. Я боюсь, потому что вся жизнь моя ушла с этой черной кареты. Вы хотите меня успокоить? Давайте так. Как? Что как? Ну как, что-то да можно делать? Да ладно, это боже мой. Ну пытайтесь привлечь к себе мое внимание. Ну что вы там стали? Подойдите ко мне. Ну что там далеко? Ну подойдите и говорите со мной. Ну говорите. Ну вот я стою в углу вестибюле, девочка маленькая, я плачу, я боюсь. Вы хотите меня успокоить? Вот и все, говорите со мной. Мадам, мадемуазель Бернар. Бернар, мадемуазель, где могу еще в конце концов? Боже мой, ну что же это такое? Боже мой, а что это вы сисюкаете? А что вы сисюкаете? Кто что, в 11 лет сисюкает? Кто? Не буду играть, играть с вами. Ну ладно, господи, подумайте, я переиграла. Давайте сначала. Куда вы? Давайте сначала. Куда вы? Очаровательная женщина, не будешь постоянно. Отстаньте в этой дяде.
вам уже 11 лет, это серьезный возраст. Ой, в этом возрасте девушки уже... Ну что это за дурацкая манера у вас все сцены начинать с возраста? Вот мы Бернаром, сколько-то лет. Не начинаю так разговор. Что вы должны мне сказать, святая Мансофия, в таком месте, при таких обстоятельствах, что? Откуда я знаю? Откуда я знаю? Мне не было знакомо ни одной монашки. Но представить себе все это вы же можете. Мадам, я умоляю вас. Что я в конце концов, чем я тут занимаюсь? Соберитесь, соберитесь. Вот я стою в углу вестибюля, маленькая девочка, я плачу, я боюсь. Боюсь, потому что жизнь моя, вся жизнь моя ушла с этой черной кареты. Вы хотите меня успокоить, вот и все. Все, сейчас быстренько делаю, все так, все, Бернар. Это комната приготовлена, все, стоятельница. Я рехнусь с вами просто. Что видит, что слышит, это... Ну, не еще, что-то, ну... Что-то... Вообще, совсем иступлен. Успокойся, мы не играем. Если хотите, пожалуйста. Успокойся, мы не играем. Надо дополнительно жить после. Обещаю. Господи, я опять прорвалась. Успокойся, мы не играем. Да я никто не играет, когда она... Я играю, я просто сижу! Успокоились! Ящерицы смерти ждать. Господи, Боже мой, слава Богу, хоть ее недолго. Ну пусть люди говорят о Саре Бернар, все что угодно. Боже мой, ну пожалуйста, ну пусть, пусть они все делают из нее распутную Мегеру, чудовище, без рода, без племени. Пожалуйста, пусть. Я что, должна забыть свою мечту? Свою самую большую мечту рассказать в эти дни, последние дни моей жизни людям правду. Правду о себе! Растоптать эти идиотские писания подлых, подлых биографов! Без вашей помощи мне не сделать это. Я не могу одна, мне надо вместе. Нет, ну, я прошу вас спать, пожалуйста, да, петун для меня. Ну, поиграем и все, ну, боже мой. Не, я не могу одна, мне надо вместе. Ой. Да вы что? Что с вами? Что, Пету? Дверь, между прочим, подарок императору Цейлону. На всемирной выставке в 878 году ему больше 200 лет. 32 священника-буддиста 3 года восстанавливали рисунок на шелке, резьбу по дереву, полировку. Что? Восстанавливали, молились, а вы? Эх, вы... Вы, Пету. У меня была трудная неделя. Мои почки. Да. Только цейлонские священники не могут быть в ответе за ваши почки. Да, кстати, я тоже. Ну ладно, не сердитесь. Я не хотел. А. Извините. Добавить. Вы
мать, а я. То игру наоборот, я мать, а вы. Давай. Не хочу. Пожалуйста. Да не буду. Хотели бы. Я так не хочу играть, мне так не надо. Да, пожалуйста. И хочу. Вообще я устал. Поставить пластинку. Чего? А? Что говорите? Чего? Не понял. А? Чего вы? Что вы? Нет, тут так повеселее, что ли. Господи, совсем не то. Ну, вообще-то я хотела когда-нибудь, в конце концов, получить мой зонтик. Не понял, что это проблема? Да никаких проблем, просто солнце жжет, вот и все. А ну, такой, я прохладительное захвачу. Да, пожалуйста, только идите отсюда. Идите, 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 идите. Идите, идите, а я закрою глаза. Боже! Почему? Почему это так просто закрыть глаза? А, светило? О чем ты думаешь, светило? Ну что, скоро ты угаснешь? Ну, через триллион лет, а все-таки ты угаснешь. Угаснешь, угаснешь, угаснешь. Ну что знаешь, а ты хочешь отыграться на нас? Шлюха ты старая, светило. Ты не бессмертна. Ты можешь расстраиваться сколько угодно, но тебе ничего не поможет. Не поможет, ты просто старая, 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 старая. Работать, работать надо. Работать, работать, надо работать. Вообще, надо как-то все вот это привести хоть какой-нибудь порядок. Я даже не понимаю, как здесь можно хоть что-нибудь найти. Вам реестр, полпа. В одну букву хочет упрятать целый кусок жизни. Буква П. Интересно, что у нас тут начинается на букву П. Боже мой, премьеры. Премьеры, премьеры, премьеры. Так. 24 ноября 1874 года. Сара Бернар в роли Федры. Премьера комедии «Францесс». Критики в восторге, публика в экстазе. 1869 год. Премьера «Фру-фру». Боже мой, 69 год. Да исторические времена, ледниковый период, а я уже была. Да, светила, вот когда уже была. А что теперь? А вот теперь играем в детские игры с петухом. Да, все вы со мной играете, все вы стараетесь меня позабавить и отвлечь. А я не отвлекаюсь, все. Жизнь окончена, да. Тоже с нами играла. Боже, сколько грязи навалило на нас, а мы все хотим отмыться. Зачем? Перед последним представлением. В деревянном ящике под скрип веревок мы уйдем. Ну и что? Туда. Да нет, туда. Обратно, в землю, в грязь. Опускаться будем дюйм за дюймом, а над нами будут говорить добрые слова. Боже. Да, такие добрые, вот. Такие добрые слова. Поздно! Разучились жить. Тишина. Вот только комья земли с глухим стуком будут падать на крышку гроба. Один, два, ну три, может быть, четыре, ну пять. И все. Все. Что такое? Господи, ну что? Извините, я зонтик принес. Да? Да. А это где? Что? Прохладительный ты я забыл. Ну ладно, 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 не надо. Ваша забывчивость – это тоже мое развлечение. Федору вспомнила! Федору, премьеру комедии «Францесс». Ну, «Петьки в восторге» и публика в экстазе, да? Да, а что им еще оставалось? Остановись, здесь постоим немного.
еще нет сил, кончается терпение. Да, терпение кончается. Луч солнца неожиданно слепит, сгибаются дрожащие колени. Солнце лучезарное! Теперь, мать, как предков почитали, теперь краснее мой, слушай рассказ, плуник передо мной в последний раз. Вы почему не слушаете меня? Видите, эту Федору я ее 100 раз слышу. Да? Могли бы заметить, что каждый раз я играю по-новому. Да, мадам Декер, не, я классик. Корнель, Росин. Это все не до нормальных людей, все пусть не до обычных. Женщины играли, коронованные дамы, блеют как козы, судорожно бросаются под ноги мужчины, обливаются под. А вам кто-нибудь когда-нибудь бросался под ноги? Мне никто никогда, мадам, я этим горжусь. Да, неужели вы никогда не взрывались от страсти, когда голову теряешь и готов потерять все остальное? Ой, о чем, мадам? О том, что однажды все-таки мы были влюблены. Вы сами мне как-то об этом обмолвили. Ну, однажды. Ну и что? Что? Ну чем это у вас закончилось? До какой стадии вы дошли? Не дошел. Надо же, как интересно, расскажите. Ну что, мадам, это личное, интимное, это неудобно. Удобно, все удобно, давайте рассказывать. Нет, это неудобно, мадам. Рассказывайте, я не отстану, вы меня знаете, рассказывайте. Ну, господи боже, мне было 25 лет. Боже, какой длинный возраст, а дальше что? Ну что дальше-то было? Ну как ее звали? Лиз ее звали, Лиз Лизет. Какая прелесть, Лиз Лизет, а дальше что? Я ее уважала, она меня любила. Говорила, во всяком случае, люблю тебя. Да, вы решили пожениться? Да, в апреле, да. Боже, какой дивный месяц, отличная пора, и вот. Да, я 25 лет, естественно. И вы решили, хватит случайных встреч, пора браться за ум. Ну что, мадам, когда был невинным, что вы говорите? 25 лет невинным? Да вы что, с ума сошли? Меня же не воспитывали в театре. Извините, пардон, я не учила. А дальше что было? Мои родители обожали ее родители обожали меня, тетушка Изабелла, она даже денег дала на домик в Бельвью. Что, все было на мази? Все было на мази, я тоже так думал. Ну да. Что? Потом выяснилось одно обстоятельство. Какое? У нас были разные взгляды. Вот, на что? На жизнь. На вот. Жизнь. Ну и в чем же были ваши разногласия? Ждать или не ждать. А чего ждать? Дня свадьбы. Боже мой, я поняла. Вы были слишком пылки, вы раздували ноздри. Вы просто требовали ее немедленно. Да она. Она говорила, что ничего страшного не случится. Потому что могла обмануть церковь на несколько дней. По-моему, тоже ничего страшного в этом нет. Однажды родители уехали за город. Она сказалась больной. Знала, что я должен прийти. Встретила меня в дверях, взяла за руку прямо в спальню, прямо к постели. И вы легли. Почему я сел? Я сел. Я сразу понял, к чему она клонит. Ну вы же видите, мадам, я же не дурак. Внимать моя покойница, я говорю, смотри, Жорж, смотри, до свадьбы никогда. А она? Ну, она говорит, как вы наивны, Жорж, как вы наивны. Мы не хочу над тем разговаривать, а продолжаем работать. Как это не хочу? Вы что, с ума сошли? Это же самое интересное место, это же кульминация. Мадам. Нет, не смейте останавливаться, нет, рассказывайте, что было дальше. Рассказывайте. Лично и рассказывайте, что было дальше. Я не стану, вы меня знаете. Нельзя, это самое интересное место. Нет, нет, это говорите, что было дальше. Ну что было дальше? Говорите, что? Ну что? Ну что да. Было дальше? Ну дальше она взяла инициативу в свои руки. Говорит, Жорж, давай, говорит, устроимся поудобнее. Глупость какая-то, правда? Устроимся поудобнее. Мне и так удобно.
лежу себе, лежу. А она что? Начала смеяться. Она смеялась над вами? Да. Она смеялась? Да, так я сказал. Боже, какое это страдание. Но я-то это хорошо понимаю. Она, правда, смеяться потом перестала. Но мне действительно стало неудобно, и я встал. Да. Правда, после этого я видел ее уже только один раз. Она говорит: Жорж, если все мужчины таковы, то я, говорит, вообще не вижу смысла в замужестве. Не знаю, конечно. Это что, все? Я потом она снова начала смеяться. Теперь она иллюстрирует детские сказки. Боже, какая трогательная история. Очень трогательная. История двух настоящих людей. Как? Вы так думаете, мадам? Да, Пету, я так думаю, да. Да и вообще, мир Пету, ну так, в широком понимании этого слова, проходит. Проходит мимо тончайших нюансов человеческой души. Миру даже нет дела до них, а ведь именно на них мир и держится. Боже, ну как же я чувствую это сердцем своим. Ах, к сожалению, древним, слишком древним. Боже, посмотрите, Пету. Ну посмотрите же, посмотрите, посмотрите, солнце заходит. Заходит, заходит, оно заходит. Ну, оно каждый вечер, мадам, заходит. Да, заходит в море для нас, а для кого-то в это же самое время оно восходит. Так, ну ладно, все, мадам, не вернусь ли нам в дом, мадам. Половина мира всегда спит, а я не сплю, и солнце не спит. Ну и там такую таблетку, что... Нет! Не лягу спать сегодня, не лягу до тех пор, пока не сделаю все, что было намечено. Притом, сейчас же каждый день дорог, даже час прошел и вернуть. Вернуть его нельзя. Так что давайте работать, работать, не лениться. Работать, Пету, работать. Работать, не лениться, ну, работать. Все. Федра, с Федра начнем поближе. Нет. Америка, Америка, пыли дома. Как Америка? Что, там ужина? Да, Нью-Йорк, Вирджиния, Калифорния. Индия. Мадам, ужин, мадам. Американский поезд. Несемся. Трупа моя спит. Как? Спит даже сестра Жанна в обнимку с бутылкой джина. Прижал ее к себе, как утро. Мой импресарио, ужасный мистер Жарет, рявкнул мне громоподобным голосом, все должны спать. Но прошла в купе, но легла, заснуть не могу. Потом снова смотрю в окно. За окном мелькают огоньки в деревенских домиках. Крошечные мужчины на маленьких лошадках останавливаются. Останавливаются, чтобы посмотреть на поезд. Специальный поезд, который везет труп у Сары Бернар. Сара Бернар, Сара Бернар, самая старая женщина в мире. Приехала в Америку и сорвала куш больше, чем преступник Беликит. Америка. Да, президент Тадо Рузвельт, президент Виллисон и еще Маккинли. Да-да, Маккинли. Они ведь просто его убили. А у него было такое милое лицо. Америка. Боже, я же познакомилась с Эдисоном. Да-да, с Эдисоном. Мы долго бродили, дискутировали о Шекспире, об электричестве. Боже мой! Боже мой! Ну неужели все это было? Черт подери, было! Конечно, было, было, было. Адама с камелиями, Маргарита Готье, Господи, ты боже мой! На чего же они любили все смотреть, как умирает эта женщина? Каждый вечер, каждый вечер снова и снова приходили, хлопали, кричали и вызывали только ее к Мил, к Мил, к Мил, к Мил. Американцы, ребят. Да, да, вот этот мой импресарио, вот этот ужасный мистер Жарет, вот он утверждал, что это моя коронная роль. Да. Когда бледная, нежная Маргарита уходила в лучший мир, вокруг почему-то всегда была толпа с людей. Боже мой, Боже! Боже мой, Боже, как это хорошо! Как это хорошо, что вы здесь! Арман, Арман, Арман! Пету, поиграем! Пету, ну прошу вас, ну поиграем, поиграем! Я думаю, что вы меня поймете! Я думаю, что вы меня поймете! Боже мой, боже мой, я чувствую, что жизнь снова возвращается ко мне. Боже мой, но неужели я буду жить? Хорошо, я сейчас, буду жить опять, еще, боже мой. Арман, 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 боже, как это хорошо, сейчас, боже, это прекрасно. Арман, ну, сейчас, Арман, 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 Арман,
Да не спошлет вам Господь Бог покой, дорогая Маргарита. Да простится вам все за то, что вы много любили. Подходит к карману, кладет голову на грудь, рукой машет кому-то вверх невидимому, потом рука в спазме дергается, слабеет, тело безжизненно падает в кресло. Занавес! Браво! 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 Ну, Петровна, вы просто восхитительны. Ну, что это такое? Ну, кто так играет? Ну, ладно, играйте, ну, играй, как умеешь. Не надо, играйте одна, ради бога. Да, хорошо. А ну-ка вспомните теперь роль Нишеты, а? Да-да-да-да, роль Нишеты. Уже даже на гастролях, когда заболела ваша сестра, да, вы уже пытались надеть на меня парик Нишеты. Да-да, но я-то помню, что я целое утро вливала в эту дуру черный кофе, чтобы только избежать вашего дебюта. Но я не собираюсь быть актером, это вы настаиваете. Боже мой! Ну почему? Ну почему так бежит время? Ну почему? Вот так бежит, убегает. Не думайте, мадам. Все. А вот теперь уже рад, а? Жаре. Надо спорить, дайте сосредоточиться, вспомнить, когда же это будет. Да какая разница, когда это будет? Подождите. Вечером. Все, я все вспомнила, правильно. Это было ночью, правильно. Поезд тогда остановился еще где-то около Детройта. Ну, вспомните. Дорога преградила стадо коров, они еще улеглись на рельсы. Значит, мы выкинь тогда что? Возможно, только вы не отвлекаетесь. Итак, вы Уильям Эдуард Жаретт. Вы постоянно американский импресарио. Постоянный, до самой смерти. Он умер по нами. Я где умер, говорите? В городе Панаме. В городе Панаме. Итак, Уильям Эдуард Жаретт, сигары в зубах, стучит в дверь моего купе. Я отдыхаю. Попробуем начать. Давайте. Уильям Эдуард Жаретт, сигары в зубах, стучит в дверь моего купе. Я слышу, что он стучит. Начали. Да. Ничего! Ничего, я говорю, не готов. Не могу так сразу. Господи, боже мой! Как я могу сразу? Ну давайте, заберитесь, не может сразу, боже мой. Лишь бы привлекаться. Ну давайте, сосредоточились и стучите. На пету. Ну вы будете стучать или нет? Да, сейчас. Начали. Ну что-то происходит, я не понимаю, будете стучать, ребята? Да. Ну стучите. Господи, боже мой, ну давайте же беду. Ну с вашей с ума сойдешь, давайте. Прошу, кто там? Это я, мисс Бернард Жаретт. Я сплю уже, спокойной ночи, мисс Жаретт. И откройте, пожалуйста, есть что обсудить. Ну хорошо, утром обсудим. Нет, невозможно, хоть и сейчас, пожалуйста. Не подумаю, вы меня заставляете работать, как лошадь. Устала я. Спокойной ночи, мистер Жаретт. Приятно встретить, не могу сказать, что я отдыхаю, нет проблем. Все, я понимаю. Нет, Жаретт должен поговорить со мной именно этой ночью. Да, но вы же его прогнали. Да, но Жаретт не естественно отступает, как мямля. Он орать будет. Он будет орать, как пьяный мужик. Он будет пробивать дорогу в мою губе. Давайте, пробивайте. Как я? Как он вломился. Слушайте, вы, блудливая сука, хватит играть святую невинность. Я вам не какая-нибудь засранная актеришка, которого можно вытолкать шею. У меня не побрыкаешься, гостиничная шлюха. Я не тот жеребец, которому можно двоих прийти завтра. Вы будете спать со мной, и плевать я хотел на вашу усталость. Ясно? Давайте. Не вы же это говорите, не вы Жаретт, а говорит, ну стиль такой.
но самобытный самец. Если хотите, в этом даже вы жар, даже вы обаяние. Как произнести такое имя? Господи, боже мой, а что именно? Что? На букву С, на букву С, на букву З, на букву Ш. Это самое приличное, что есть в его лексиконе. А ну, мне пришлось сказать какой-то актеришка, а я скажу, актер так себе. Вместо всего того, что вы сейчас сказали, я скажу такой, ну, неопределённый, там, не знаю, там, трам-там-тарарам. Хватит, в конце концов, хватит, говорите, кто я. Вы? Говорите, кто я. Сейчас. Вы будете говорить? Буду. Я с ума сойду. Я готов. Я не могу больше говорить. Такое сразу не скажу. Говорите, дети. Ну, говорите. Говорите, вы не даете говорить. Да, говорите сейчас. Я готов, вы не даете сказать. Боже мой. Говорите, кто я. Вы кто? Я долго думал, мадам. Ну, будете говорить, кто я? Вы... Кто? Вы, мадам, трам-там-тарарам. Вы будете со мной трам-там-тарарам, и я трам-там-тарарам на вашу усталость. Ну, хорошо, хорошо. Ну, хорошо. Что я говорю? Оставим в покое очарование мистера Лешта. Обойдемся без непристойности. Говорите только то, стучите, и говорите только то, что может сказать Жаррет без непристойности. Хотя без непристойности это уже не Жаррет. Давайте, давайте, стучите, стучите, говорите. Ну, давайте. Да-да-да-да-да-да-да-да! Входите, входите, мистер Жаррет! Что такое? Ну что это? Ну что? Ну, вот, ну что случилось? Ну что так? Ну что? Я... Чего? Я вам не верю. Я вам не верю. Откуда вы знаете, что это стучит мистер Жаррет? Пожалуйста, пусть сигары, не отвлекайтесь! Говорите, в конце концов, чего вы хотите, освободите войку, почему хотите? Я хочу. Чего? Ну что я хочу-то? Я... Что вы? Я вообще не понимаю, что это такое. О чем вы? Ах, может быть, вы о деньгах? Нет, не о деньгах. А тогда, значит, вы об этом? Ну, мадам. О моем животном? Ну как же, мне сказали, что мой Жасмин, моя маленькая обезьянка, прогрызла дырку вашего автомобиля, но вряд ли я должна отвечать за обезьянку. Я не животное. Ну хорошо, тогда о чем же? Ну говорите же, в конце концов, чего вы хотите, освободите мое кафе, чего вы хотите, будете, чего хотите, уходите, ну, чего хотите, чего? Ну, чего вы мадам, хотите, ну, боже мой? Ну тут, трам-там-тарарам, да. И все, раз, отрезали и все. Лишь бы не возвращаться к этому вопросу больше. Категорически, раз. Но кто же дал вам право вмешиваться в мою личную жизнь? Сначала вы плавно выяснили, что вполне соответствует вашему хваленому английскому такту. А что-то вы теперь собираетесь, а? Ну что я собираюсь? Вы просили, я собираюсь. Вы собираетесь говорить о Жаке? Не понял? Вы собираетесь говорить о Жаке? О Жаке! Я слышу. Слава Богу, о Жаке. Ох, мы сейчас о Жаке поговорим. Да, вы преследуете моего мужа с самого начала гастроли, бедный Жак. Я обещала ему сделать карьеру в театре, а вы снова отказываете ему главной роли. Ага, на каком основании? Так. Может, вы вообще не любите греков? Чего мне греки-то? Ну, дорогая моя, это ваша четвертая американская турне. Да как бы пятая. И каждый раз вы привозите с собой нового. Трам-там-тарарам, пардон, мужика. У всех почти кривые ноги, какая-то волосатая грудь, да ради бога, что мне жалко, все раз вам нравится. Но ни одного из них вы не делали своим мужем. Жака я люблю, вы это понимаете? Я его люблю. Дорогая моя, мы здесь в этой Америке, в этой чертовой дыре. Не ради любви, мы деньги делаем. Это единственное, что нас здесь держит. А ваше позволение сказать, супруг ставит наше дело под удар. Ну, бог с ним, там всего кривоногость, это ваша забота, в конце концов, но он в каждом спектакле, это же надо же, в каждом спектакле забывает текст. Думаешь, молчит, как баран, понесет такую чушь. Я понимаю, конечно, наркотики до добра не доводят, понимаешь? Ой, боже, боже, что?
Кто это вам подбросил такую басню? Ой, это очевидно. Слушайте, мисс Бернард, сажать его на первый же пароход, и во Франции найдется больница, где за ним присмотрят. Ну, Жоре. Что, мисс? Монахал, вы пользуетесь моей властью, не скажете, что я не играю тут все. Человека. Можем его? Вы даже не считаете нужным называть меня мадам де Монахал. Республика платит деньги за Сару Бернард. Она мисс Дамала, ей пардон, утром там тарарам плевать. Кстати, а с каких это пор он пристрастился к наркотикам? Хватит! А? Хватит оскорблять достойного человека, мужа моего джентльмена, европейца, в конце концов. Да, подонка. Да. Ну что же, Бету, но по жестокости вы даже превзошли самого Жаре. Я больше не буду терпеть его в труппе. Я не хочу больше на эту тему играть. Отвечайте, когда он уберется. Не хочу на эту тему играть, Петру, не хочу. Не надо, никакой Петру вам больше не поможет отвечать, когда он уберется. Не обязана я вам отвечать! И вообще не обязана я вам открывать свою душу! Мне плевать на вашу душу. За исключением тех моментов, когда вы ее вываливаете на сцене. Чтобы потрясти карманы тупорылых американцев, набитых краденым золотом. Ну что же, Жарет, если я вас правильно поняла, вы ставите мне ультиматум. Или он уезжает, или мы не работаем. Так, ну так вот. Жак Аристид де Мала, мой законный супруговый, вы только... Боже мой, вы-то действительно, вы-то кто вы-то такой? Плевать мне на вашу работу! Плевать мне на то, что вы, кто-то вроде вас будет думать обо мне. Но учтите, я предупреждаю вас, ведь вы же проиграете. Ведь и вы же проиграете. Вы и только вы. Жак Аристид де Мала. Пишите. Жак Аристид де Мала. Меня познакомила с ним сестра Жанна в Париже. Но влюбилась я позже. В маленьком казино он выиграл. Да. Красиво выигрывал, ну. Тогда еще ему не нужны были наркотики. Он учил моего сына Мариса разным шулерским фокусом, но Марис все равно его ненавидел. У него была роскошная борода, самая прекрасная, которую я когда-либо видел. 30 лет. Все греки красивые. Кто-то проговорился при мне, что Жак путался с Жаком. Может быть, даже любил ее. Когда мы молоды, нам нужны их тела, их мускулы. Позднее их ум, запах табачного дыма, самоуверенность. Об остальном мы забываем или стараемся забыть. И только позже, много позже, нас вновь начинает волновать их плоть. Да, начинает волновать. Эх, мама. Правда, мама? Ничего, опять мамочка. Начинает волновать, и мы, старые женщины, как интеллигентные попрошайки, робко заглядываем им в глаза, надеясь на чудо. Живем в мире своих фантазий, воображаем себя молодыми. Нам кажется, мадам, не называйте меня так. Ну что вы же меня старите, а ведь любовнику это не полагается, а тем более мужу. Боже, как вы на меня посмотрели, Жак. Боже мой, неужели я вас так испугала? А ну-ка, приблизьте ко мне свое лицо и посмотрите на меня внимательно и скажите, сколько мне лет. Ну только ничего не бойтесь, говорите, сколько мне лет. Ну сколько мне лет? Ну говорите, ну не бойтесь. Серьезно и откровенно, сколько мне лет, Жак, ну сколько?
Ну хорошо, я вам помогу. Но при Шекспире я еще не жила. Ну так сколько же мне лет, Жак? Ну сколько? Ну говорите, да не бойтесь вы ничего. Только серьезно и откровенно говорите, сколько мне лет? Сколько? Ну ладно, 75. Ну что это? Я ведь спросила вас серьезно. Ну а что, 30 что ли? Ладно, не надо. Зачем уж так-то преуменьшать? Мне 38. Неужели? Да. Я всегда слежу за собой, массажи, лосьоны. Меня мать моя научила. Боже, знала, как это важно для женщины. Но такие, как я, не должны сжигать себя дотла. Я же всегда должна быть в форме. Я всегда должна быть в форме, Жак. Жак, 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 обнимите меня. Обнимите меня, Жак. Обнимите, 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 обнимите. Черт подери, что же это такое? Где-то вот у тюрьмы какой-то. Мсье Морис и его компания. А. Пойдемте, мадам, пойдемте. Да, 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 Морис, Морис, да. Да, да, мальчик мой, я все понимаю, Жак, я же все понимаю. Пойдемте. Ну, я, поверьте мне, я прошу вас, поверьте, мой мальчик, мой сын полюбит вас. Пойдем. Пойдемте, посмотрим, что они там поймали, да, посмотрим, мадам, пойдемте. Что значит поймали? А? Что такое поймали? Господи, с вами играть невозможно! Что, что играть? Да что же это? Поймали, поймали! Что за чушь такая? Поймали, что-то поймали! Откуда я знаю, что они поймали? Что, отловили, что ли? Что они-то поймали? Я не знаю. Креветок, лангуста. Ну что за чепуха? Креветки, лангуста. Нет, подождите, подождите, Жак, Жак. Жак, Жак, подождите. Обнимите меня. Обнимите меня, Жак. Жак, обнимите меня. Обнимите. Ну обнимите же меня, Жак! Мадам. Жак, 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 Жак. Вы только вспомните, что вы мне говорили. Что вы мне говорили в первую ночь. Жак, 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 Жак. Я. Жак. Я. Жак. Я пету, мадам. Я пету. Да, 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 да. Мадам, ваши внуки обещали устроить большой фейерверк. Пойдемте в дом. Надо вернуться. Я думаю, надо скорее вернуться. Идите, 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 возвращайтесь. Как, а вы что, останетесь здесь да, одна? Да, мне будет хорошо. Мне всегда хорошо, когда я одна. Только зонт оставьте. А зачем сейчас зонт-то? Боже, какой. А зонт? Хотите, чтобы я была рябой, как английская индюшка? Что? Пожалуйста. Ну идите, что вы здесь стоите? Слушай, меня уже нет. Я сброшу все подушки с нашей постели. Я не хочу, чтобы они путались между нами, Жак. Жак, Жак, Жак. Жак, во что? Во что закрыты глаза? Во что вы заснули? Нет. Ну хорошо, хорошо, тогда скажите мне хотя бы, о чем вы думаете, Жак, о чем? Ни о чем. Ах, ладно, только не надо ссориться. Ну не надо ссориться, Жак. Не надо ссориться, мы будем счастливы, мы будем счастливы. Жак, мы будем счастливы. Мы будем счастливы. Мы будем счастливы. Да? Я полюбила монастырь. Полюбила, полюбила. И очень быстро привыкла к Святой Матери Софии, к сереньким сестрам. Они безропотно, бесконечными ночами лежали в своих постельках и ждали. Ждали Иисуса и смерти. Я полюбила эту жизнь. Я просто умоляла маму оставить меня в монастыре навсегда. И дать мне умереть молодой! Мама милая! Мама милая, мама милая, вот ей-богу, ты увидишь, что это недолго, ты увидишь совсем это недолго. Я умру молодой, и душа моя влетит вверх к сияющим звездам. Да, ну что ж, вот тогда я еще не знала, что звезды тоже не бессмертны. Мадам, 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 мадам. Они там ждут нас. А. Месье Морис сказал, чтобы я привел вас обязательно и немедленно. Понятно.
все это привести в какой-нибудь порядок. Кто знает, сколько на это нам все осталось у меня времени. Боже, ну кто это знает? Да. 29 ноября 1898 года в Париже вышла книга «Мадам Коламбье. Порочная жизнь Сары Бернар». Боже, неблагодарная скотина. Я ведь доверяла ей, я возилась с ней с утра до вечера. Я хотела сделать из нее артистку, а она, это же просто грязная писака. Божественная Сара в обычной жизни, дурно воспитанное взбалмошное существо, картонная богиня. Талант, который будет тут же забыт, как только она сыграет свой последний спектакль. О, Боже мой, проклятая, проклятая Коламбье. Да, возмездие Сары Бернар. О, вот это да. Ну, обожаю, обожаю это слово, возмездие. Но я тогда повеселилась. Я помню, схватила хлыст, подарок маршала Франции, ворвалась в дом к этой потаскухе и влепила ей пару сочнейших оплеух, а потом еще хлыстом по спине. Да так, что она рванула от меня, как молодая кобыла, всеми четырьмя ногами сразу. Ой, если бы ей тогда не удалось убежать, я бы исклистала ее всю-всю, причем с величайшим наслаждением. Потом мне рассказывали, что нас перекупы сиганула в погреб, залезла в мешок из-под картофеля, но квартирку я все-таки ей испортила. Я помню, сорвала все шторы, грязные, разорвала подушки на ее диване, о боже. Чувствовала себя просто настоящим, настоящим ангелом возмездия. Ну, конечно, этот эпизод ну сразу у меня швырнула раму газетчиков. Боже мой, их вопросы, ну, вы просто рвали меня на части. Мадемуазель, ваша любовь к маленькому тигренку граничит с ненормальностью. Мадемуазель, правда ли, что вы обычно спите в гробу, голая и не одна? Мадемуазель, вашего супруга Жака Аристида де Мала арестовали нет. Его обвиняют в насилии, перевозке наркотиков, прокомментируют это. Ой, боже мой. Свора, стая голодных псов. Всю мою жизнь. Всю мою жизнь рвали меня на части. А когда мне отрезали ногу, у них же был просто праздник. Один из них даже назвал меня, как он меня назвал. Ах, верх тактичности остроты в адрес старой коллеги. Боже, какие подонки. Свора, стая голодных псов, всю мою жизнь рвали меня на части. Боже, что это такое? Боже, совсем нет ни одной звезды. Что же это такое? Неужели они все погасли? Да нет, они ушли. Они ушли. Они покинули эту грустную землю. И с ними ушло огорченное светило. Да, ушло. Ушло, чтобы вернуться. Ну, конечно, работать надо. Работать надо. И буду! Свора, стая голодных псов! Буду работать! Фу. Так, 1912 год. Ну что тут у нас? 1912 год. Сара Бернар принята ее величеством королевы Виктории. А, да-да-да-да-да. А ведь раньше она никогда не встречалась с людьми театра, боже упаси, никогда. Ну, хорошо помню, как я отошла в самый дальний угол гостиной, и она мне по секрету призналась, что ею овладела страсть. Она учится играть в покер. Умерла. Вообще, по-моему, все уже давно умерли. Так. 1919 год, смерть господина де Мала. Вы лежали в душной комнате на Ленте. Пол был весь усеян ампулами от морфия кокаина, да. Ваше тело, которое я когда-то так обожала, исколото было все, все. В синих кровопотеках, а вы еще улыбались, да. Да-да, вы улыбались, и вы мне сказали, что в действительности надо смотреть прямо в лицо и без страха. Да-да-да, запишем. Запишем. Так, запишем. 1000.
1919 год, смерть господина де Малач. Я узнала. Они, что вы пришли, вас же никто не звал. Вот и будет теперь ходить и бродить. Ну что вы, ну что? Я узнала о ней совершенно случайно. Во время завтрака, да, я почувствовала облегчение, но только на миг, на один лишь миг, боже мой, последняя свеча погасла, боже мой, почему же я помню все так, почему же я помню так все, как будто вожак рядом. Послушайте вы, безмозглая кобылица, уже 5 часов утра, я приказываю вам отправляться в конюшню, спать, черт побери, что? Спать! Что с вами, вы что несете, боже? Я ничего не несу, я играю, я мистер Жарать. Кстати, сейчас 5 часов утра, я уже и в 5 уже играю. Я понимаю, мисс, что вы самое очаровательное, самое привлекательное создание, какое только можно встретить на нашей трам-там-тарарам земле. Но то, что находится рядом с вами, вот это кривоногое, вонючее, волосатое, с греческим профилем, вот это исчадие ада, у вас есть ответственность перед публикой. А вы тратите себя на этого маньяка. Все, хватит, успокойтесь. Я благодарна вам, Пету, за все то, что вы делаете для меня, вообще стараетесь делать, но, к сожалению, не маленькая девочка, которую можно успокоить конфеткой. Поэтому не надо мне льстить, не надо, ни от своего имени, ни от имени Жоретта. Я сама все это должна понять, я сама во всем этом должна найти смысл, должна разобраться, я ведь очень скоро умру. Это невозможно. Мужчины, ну что вы понимаете, что спите, едите, занимаетесь любовью, все просто так, всегда, когда угодно, без всякого анализа, без малейшего смысла. У нас у женщин все иначе, чутье есть, чутье, безошибочность инстинкта, чутье на своевременность поступка, да, умру, и очень скоро. Так что верните записи от этим. Вы обещали вашим внучкам жить до 103 лет, обещали? Давайте. Вы же лучше других знаете, что я никогда не выполняю своих обещаний. Давайте. Ну, мадам, ну действительно, мы все-таки вернемся в дом. Нет, вы можете возвращаться. Ради бога, пожалуйста, тем более я вас не звала, зачем пришли. Вы мне теперь все перепутали, я же теперь ничего не найду. Боже мой, ну что вы за... А, вот оно, вот оно. И вы сидите, возвращайтесь, я вас пришла на дом. А вы улыбались, и вы сказали... Да, кстати, принесите ко мне карандаш, пудру, кисточку. Сейчас 5 утра. Ну и что, я не слежу за временем, Пету. Да, коробку с грибом, все, давайте. Мадам. Ну что, мадам, ну посмотрите на меня, ну не могу же я в таком вот виде появиться. Не вас увидит в это время. Огненный шар, да. Он сейчас там, он покидает Японию, но очень скоро будет здесь и будет нас испепелять. Так, я лучше разбужу все мои. Нет, не надо, не хочу, Света, не надо, я сказала, не надо. Ой, боже мой, ну хорошо, останьтесь. Да что же за человек такой? Ну, останьтесь, боже мой. Вы улыбались, и вы сказали мне, что действительности. Да, кстати, вон и девочки вчера поймали лангуст. Или, может быть, они прячут от меня? Как-то прячут. Вам предложили к ужину, вы отказались. Да, не мелкие, не там ловили. Их надо ловить в тихой воде под скалами, они же просто боялись сорваться. Только я знаю, где это место. И очень хорошо знаю, где спуск. Ну что вы смотрите на меня, как идиот? Ведь я, по-моему, просила вас мне что-то принести. Что я просила? Так, что, мадам? Что я просила? Что вы просили? А вы прекрасно знаете, что я просила. Нет, что вы просили, скажите. Вот пойдите и принесите. И тогда я вспомню и увижу, что я просила. Да-да-да. И ваша обязанность, между прочим, мне помогать. По-моему, вам это ясно. Как мне это мне уже столько... Ну идите же, идите. Это же ясно уже, ну... Да, вы улыбались, и вы сказали мне, что действительности надо. Надо! Смотреть прямо в лицо. И без страха. А? Какая ночь? Ну, что же делать? К сожалению, тоже скоро кончается. Ничего не поделаешь. Все когда-то кончается. Но нет! Нет, надо успеть ее прожить! Ну, хотя бы в воспоминаниях. Мой милый Гамлет, сбрось свой черный цвет, взгляни как друг на датского владыку.
Нельзя же день за днем почившего отца искать во прахе. То участь всех. Все жившее умрет. И сквозь природу и вечность перейдет, да, участь всех. Так что же в его судьбе столь необычным кажется тебе? Боже мой, боже, 1909 год. Триумф. Божественная Сара бросает вызов Англии. Необычайный спектакль. 1909 год. Божественная Сара. Триумф, триумф. Необычайный спектакль. Боже мой, боже, боже. Да. Это был необычайный спектакль. Это был Гамлет. Мой, мой, мой Гамлет. Все думали, что у меня не хватит смелости. А у меня хватило. Да, хватило. И сыграла. Я сыграла этот шедевр Шекспира в присутствии всего королевского двора. Боже, какой же этот был спектакль. Боже мой. Боже! Гамлет! Мой! Мой! Да. И только вот один он. Да, да, вот он у меня здесь. Шоу Джордж Бернард. Вот один лишь он мог себе позволить, так, ну, шутливые всякие шуточки язвительные по моему адресу. Боже, шоу Джордж Бернард. По-моему, все живое на белом свете добрее, чем он, но... Все-таки он личность. Ну, хотела бы я его пережить из последних сил. Хотя похороны, да нет, я их не жажду. Я как-то даже от своих хотела бы воздержаться. Как-то совсем небольшое развлечение. А потом, а как же мои французы? Ну, я так надеюсь, что пока они все-таки еще меня любят. Да любят, любят, любят. Я знаю, конечно, любят. Я даже для них еще с двумя ногами. Двумя. А может быть, уже с одной. Вот! Вот это нога моя, нога, боже мой, боже, ведь это же была ваша вина, Пабло, ваша вина, ваша. Нога моя, вот-вот, пишите, нога моя, 1905 год, Рио-де-Жанейро, я играла тоску санду, но пишите, Пабло, нога моя, ну, пожалуйста, пишите. 1905 год, Рио-де-Жанейро, я играла тоску санду. На спектакле еще присутствовал президент Бразилии. Да-да, зал замер, ловил каждый мой жест, каждое движение, каждое слово. Тоска, последняя сцена. Нет, ее нельзя покорить, она знает, что ее будут мучить, летать, насиловать, опять не даться, она в руки живой. Боже мой, боже. Боже мой, боже, ведь сотни раз я прыгала с этой высокой башни Сан-Анджело, бушующий тибр. Но где же был Пабло в этот вечер? Где был он? Где? Проклятый рабочий сцена около моего! Да есть у меня в картотеке Пабло рабочие сцены. Ну что вы, в конце концов, возьмите себя в руки, нельзя же. Это была его обязанность. Боже, расстелить большой толстый тюфяк у подножия горы у самого задника, где была нарисована свирепая река. Я прыгнула, как всегда, прыгнула, пролетела эти 3 метра в пол. Твердые доски пола, тюфяка не было. Пол доски не было, тюфяка. Боже, какая боль. Там я даже не помню. Раз на сцену кланяться еще выходила и, конечно, улыбался. Конечно. А потом, по-моему, даже еще все смеялись. Ну, конечно, смеялись. И Павел, и даже я. Хотя колено распухло. 10 лет. 10. 10 лет. Массажи, растирания, согревания, компрессы и боль. Боль и спектакль. Боль. А потом вдруг, Морис, мальчик мой, помоги, что мне делать, мальчик, помоги, что делать, я не могу даже наступить на эту ногу. Ну что мне делать? Ну что, что делать? Что? Доктор позвали. Позвали моего доктора, боже мой, за это время кого у меня только не было. Ветеринаров. Что же теперь будет со мной, доктор? Что будет со мной, доктор? Доктор! Что будет со мной? Что с
со мной будет? Ну, не надо, мадам. Ну, говорите мне правду в глаза. Я прошу вас, говорите мне правду прямо в глаза. Не бойтесь вы, ничего не бойтесь. Я же разумное существо. Хотя вы могли читать обо мне всякий вздор. Ну, скажите мне правду. Ну, не, я умоляю. Что меня ждет? Да не надо эту тему вообще поднимать. Да или нет? Да. Ну, что ж, могу просить-то? Да. Да. Мадам. Да. Ампутация. Ампутация. Ну, не хочу. Ампутация. Ну, хорошо, когда? Ну, что, когда? Ну, когда? Ну, что, чем скорее, тем лучше. Иначе может начаться заражение, и тогда вы мне оттяпаете всю ногу. Слушайте, что это за выражение с утра? Ладно, оставьте. У меня большой запас выражений на все случаи жизни, включая самые неподходящие. Как утверждала святая мать Софья. Но сейчас, боже мой, сейчас я как-то растеряла все. Боже мой! Да что ж такое происходит? Боже мой, какой же это ужас! Очки мне дайте, я ничего не вижу! Что вы решили, а? Ну вот очки, боже мой! Глухом затем! Очки нет, да. Что вы ищете? Мне надо вещь. Мне скажите, какую вещь, я же лучше знаю, что у меня на столе делается. Я забрала, уже дошло. Сейчас подождите это. Подождите, сейчас подождите мне. Да, это она. Вот, пожалуйста. Расскажите мне, как это делают. Описать? Да. Да, но доктор не обязан говорить больному. Ничего, доктор, ничего. Я разумное существо, у меня всегда одна и та же учительница, которую зовут Жизнь. Да, так же давайте читать. Нет, это я читать давайте, не буду. Давайте, нет. Я прошу вас, доктор, не надо спорить. Вы меня прекрасно знаете, я не отстану, пока не услышу все подробности операции, все результаты. Но Петуна, не надо, я прошу вас, мне записать надо, мне факты нужны, я же не помню, ну, пожалуйста. Хорошо. Ты что за человек такой? Ну, что это за... Боже мой! Перестаньте! Я сказала вам, читайте! Я уже читаю. Иду. Господи, боже мой! Донесение майора Денюса, военного врача госпиталя Бордо, год 1915 февраль. Да я знаю, как вас зовут, доктор, я знаю, мне нужны подробности операции, все, без исключения. В связи с начавшейся гангреной стопы, во избежание летального исхода, была необходима ампутация на 7 сантиметров выше коленного сустава. На 7 сантиметров? Яра. Выше колена, боже мой, боже. Боже, какая мелочь, боже, какой пустяк. Я рассек кожу, затем подкожную перчатку, обнажил мышцы, пересек их. Надкостницу перебил бедренную кость, отшлифовал ее, сформировал культю. Должен доложить, что особенно сложно проходило удаление костного мозга. Зачем я это читаю? А потому что вы у меня на службе. Ну и что, Петру? Ну и что, Петру, вот теперь, как я вам? Скажите, как я вам теперь? Прекрасно, мадам, как всегда. Не надо, вы лжец. Вы просто несчастный лжец. Что вы хотите, чтобы я вам сказал? А вы скажите, на кого я теперь стала похожа? Кар-кар-кар-кар! На кого я похожа? На вашу внучку. О, боже мой, боже. Что это вы так невнимательны? Нет, Петру, вот сейчас мы с вами начинаем совершенно новый спектакль. Вот сейчас мы с вами начинаем совершенно новую игру! Под названием! А ну-ка, Петун, догадайтесь, кто я! Кар-кар-кар-кар-кар! Кто я? Угомонитесь, вы родители. Кто я? Кто? Ну что это такое, боже мой! Ну что же вы так невнимательны, Петун? Нет! Я это великий актер прошлого века, кумир 60-х годов! А ну-ка, вспоминайте, кто это был! Кар-кар! Я тогда еще не родился, мадам! Ну хорошо, я вам помогу. Это клоун был. Это был великий клоун с профилем птицы. Кар-кар-кар. Ну вспоминайте, как его звали. Вспоминайте. Я тогда еще своего имени не знал, мадам. Ворон это был. Ворон. Ну как же, все его звали Ворон. Боже, какой же это был поразительный актер. Это был гений. Это был абсолютный гений, который умел покорять зрительный зал. Боже. Куда вы? А ну-ка вернитесь сейчас же. А ну-ка вернитесь. Стул возьмите, сядьте сюда. Ну я же сейчас вам кое-что покажу. Ну так, попытаюсь кое-что вспомнить и показать. Боже, какой же это был поразительный актер. Гений, абсолютно гений. Умел покорять зрительный зал. Но главное, когда-то он исполнял уникальный номер. Вот сейчас попробую вспомнить и вам его показать. Да-да-да. Значит так. Уважаемые мадамы, месье! Кар!
Гоголя. Каркар, каркар! Сегодня у вас есть редкая, исключительно редкая возможность посмотреть правде в глаза, увидеть себя такими, какими вас видит все живое в этом мире. Каркар, каркар, каркар! Но это никому еще не удавалось. Но ворон, ворон видит все, каркар, 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 и так. Уважаемые мадамы, месье, уважаемая публика, я сейчас вам покажу то, чем вы любите заниматься больше всего на свете. Кар-кар-кар-кар-кар. Да-да-да-да-да, больше всего на свете. Ну, этим занимаются все, и почти все одинаково. Кар-кар-кар-кар. И мужчины, кар-кар-кар-кар. И женщины, кар-кар-кар-кар. О, это вы обожаете. Без этого вы не можете жить. О, и я сейчас вам все это покажу. Не надо. Не надо. Натуре. Мадам, я умоляю вас. Кар-кар-кар, я буду вам подражать. С утра-то, да что? Кар-кар-кар. Ну, да что? Он делал несколько шагов по сцене. Он размахивал руками, как крылья. Садился на краешек стула. Потом, прошу прощения. Затем, устроившись поудобнее, он замирал. Он замирал. С неподвижным выражением на лице. Вот так. Он очень долго сидел, даже не шелохнувшись. А потом, не меняя позы взгляда, медленно поворачивал голову и опять точно так же сидел. Что за шутки? Ну что, догадались, что мы любим больше всего на свете? Ну, петуны, что мы любим больше всего на свете? Ну, петуны, вы догадались? Больше всего на свете мы любим ничего не делать! Ой, боже мой! Боже мой, боже, как же была овация! Боже мой, боже, как же все смеялись! Боже, как смеялась я! Господи, какой же это был поразительный актер! Гений! Абсолютно гений! Умел, умел покорять зрительный зал. Ну, главное, ну вы посудите сами, он же попал в самую точку. Но на что? Ну, на что мы тратим лучшую и большую часть нашей жизни? Мы же бездействуем. И вот это наше самое любимое и самое привычное занятие. Мадам, а, петун, ну, каково, петун? Ну, каково вы только подумаете? Ну, петун, ну, каково? Чего вы? Ничего, все нормально. Вы что, даже не смеялись? Вы не смеялись, петух? Петух, вам что, это даже не смешно? Вам не смешно? Нет, мадам. Не смешно. Жаль. Ну что ж. Да. Жаль, потому что просто я как-то... Ну что ж теперь, ну я сыграла все это для вас, ну очевидно, я уже все. Я уже, очевидно, плохо сыграла. Ой, мадам. Мадам, да, да, да. Нехорошо, мадам, я умоляю вас, мадам. Да, да, простите, ну я уж так сказал, что я вас умоляю, мадам. Ой, ты как-то некрасиво. Ой, все правильно, петух. Все вы правильно сказали, все правильно. Вот такое лицо еще пытается что-то играть, да, правда? Какие-то дряблые лохмотья с пятью дырками, да, это как-то уже стало пострашнее самой смерти. Ну, мадам, не надо вам вредно волноваться. Не надо. О, боже мой. Вредно волноваться, а что же мне делать? Если я хочу волноваться. Если я хочу волновать. Выдумываете идиотские спектакли только для того, чтобы время убить, время зубами ногтями, я себя цепляюсь. Я цепляюсь за эту группу, потому что кончено все, нету реальной жизни, нету ее, нету, она позади, а впереди только ожидание. Ожидание покоя, не нужен мне покой, понятно вам? Не нужен, не нужен, да, я хочу волноваться, да, я хочу волновать!
понимали. Боже мой, ну почему, почему меня никто, никто не понимает? Мадам, ну что вы? Даже выпиту. Ночь кончается, вы прям в таком состоянии. Прям... Да. Я что за живой человек, в конце концов? Да, нельзя со мной так обращаться. Вот вы даже меня не слушаете, правильно? Я не слушаю, а кто ж тогда слушает, простите? Кто слушает, я хочу... Подойдите-ка, вот только подойдите-ка. Я здесь, мадам, попробуйте. Да, я здесь. Попробуйте, заткните мне рот, да! Опять. И попробуйте-ка, заставьте меня замолчать! Опять и вообще, уйдите отсюда, зачем вы пришли? Я же не звала, хорошо, мне никто не нужен. Идите отсюда, пожалуйста, идите вообще. Идите, ступайте, плачьте по своей покойной матери. Ну ладно, мама-то при чем здесь, боже? Черт подери, что такое со мной? Чего у меня какая-то пелена перед глазами? Что? Что такое? Что случилось? Как вы себя чувствуете? Ничего, хорошо, хорошо. Жива еще? Да, вижу. Не умерла? Да. Я не умерла. Да, вижу. Да, я да, жива. Да, возьмите руки. Я жива, и силы есть, и мускулы, да. Я жива. Вижу, вижу. Жива. Да. И, мадам, мадам, я все знаю, что вы обо мне думаете. Нет, не все. Знаете, нет. Да, да, не, думайте, не думайте, знаю, знаю, думайте, что я уже все. Да, я жива. Подумать. Я жива. И силы есть, да, и мускулы есть. Я жива еще, не умерла. Идите отсюда. Идите. Идите отсюда. Идите. Возьмите себя в руки, я прошу. Я никого не хочу. Никого. Я не хочу уйти, не могу сзади. Случилось. Вы меня слышите, мадам? Мадам, вы меня слышите, мадам? И отвечайте, вы меня слышите, мадам? Вы меня, мадам, вы меня слышите, мадам? Боже мой, что происходит в этом доме? Все мои... Пито! А? Пито! Где вы? Пито! У меня все прошло, я хочу встать, помогите я мне. Я здесь, мадам. Где вы? Я здесь. Да, помогите мне, Пито, я встать хочу. Боже мой. Помогите, пожалуйста. Что же вы себе позволяете? Пожалуйста, Пито, я встать. Стоит мне буквально на минуту открутиться за лекарствами. Но вас когда-нибудь по-настоящему хватит, тогда вы узнаете. Вы доиграетесь. Да, конечно, мадам, конечно, да. Извините, конечно, да. Да, простите. Да, помогите, встать, помогите мне, встать. Только не ползите. Зачем вы ползете? Это, боже мой, это не ползите. Господи, боже мой. Сейчас, секундочку. Давайте. Все, я сама, ну вас, господи. Нет, нет, мадам, я буду вам сейчас помогать. Да, 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 нет, 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 мадам, я прошу вас, мадам. И, мадам, я буду вам помогать сейчас. Не надо, ваше Бог, я сама. Ничего, я жива еще, слава Богу, сама. О, тихо, тихо. Ой, простите, ради бога, мадам, простите. Ой, Господи, простите, Господи. Пожалуйста, я думал сначала, что вы... Думал, я все знаю, что вы думаете, все. Думали, не будешь, что я уже чуть и там, да? Да нет, ну зачем? Я здесь хочу, а то меня знаете. Да, да, конечно, тихо, 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 рука, тихо, 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 нет, 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 тихо, 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 медленно, медленно. Тихо, мадам! Что вас понесло, боже? Куда же вы сами-то бежите? Дурной какой, что у вас за лицо такое, боже. Боже, что за лицо? А что такое, нехорошее лицо, что ли? Что какой-то бледный. О, бледный, с вами, извините, мадам, побледнеешь. Ну, давай, давай. Вот так, да? Тихо, тихо, петухи, ну, ты уже что это?
Я не должен был вас оставлять ни на одну минуту. Я же отвечаю за вас. В моем возрасте за меня никто не может отвечать. Да какой особенный возраст, слушай. Куда же мне прийти? Немножко. Я знаю, ну куда мне? Помогите, ну что вы, петушки, бестолковочку. О, хорошо. О, благодарю вас. Сказали, долго я там валялась. Нет, совсем. Да. Не надо. Хорошо, заходи. Хорошо. Не сказали. Чтобы долго, не, не, а? Долго я там валялась. Нет, я только вот бегал туда. Все. Ничего. Вообще это было чудесно. Знаете, Петр, я же чувствовала, как вы дотрагивались до моего лица. Даже слышу ваш голос. Ну, сама как слышит. Была где-то очень далеко, вроде бы меня даже как-то что ли совсем нет. А потом стала возвращаться. Я же вам сказала, что это не страшно, это вообще чудесная дорога. Ты дайте мне выпить бренди. Что, говорите? Вы совсем какой-то глупой уже. Ну, хуже стал в последнее время. Бренди, дайте мне выпить бренди. Бренди, дайте. Я слышу, бренди. Сейчас 5 утра. Ну и что? Я не слежу за временем, пью, а бренди отличное лекарство. Дайте мне выпить, ну немного. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну, мадам, но ради бога, ну, я... Прямо, я не ваш муж. Да. Но я знаю, что нет ничего тяжелее для сердца, чем на пустой желудок. Бренди, знаете, меня мать вообще запрещала держать бренди в доме. Она всегда говорила, хочешь отцу? Вот говорила, хочешь, скажи, хочешь кончить жизнь самоубийством? Прими мышьяк. Прими мышьяк, это же гораздо проще. Ваша мать была сумасшедшая? Нет, что вы, мудрая женщина. Нет, извините. А про отца я рассказывал, он это потрясающе. Успокойтесь. С братьями я даже вернусь. Успокойтесь, вы с родственниками, успокойтесь. Ох, простите, ребят, простите. Вот благодарю. Конечно. Знаете, Петух, я должна кое-что. Здесь внимание. Нет, не вам. Ох, не мне. На всем белом свете есть только одно существо, которое способно меня понять. Я должна говорить с ним. А, я сейчас бегаю. С кем, мадам, скажите? Я так знаю, сам, ну все, сами скажите. Со Скармуальдо. Я ему сейчас. Только не с ним, мадам. Интересно, почему? Почему? Совсем недавно, наоборот, вы наотрез отказывались играть женщину. Сыграю любую, только не его. Ну, почему? Да, кстати, Оскар Уайльд умер, мадам. Ну, умер, он действительно умер. А что, он вам не нравился, как писать? Почему? О, у него кое-что. Кое-что. Было смешным. Ну, видите ли, если ему удалось рассмешить вас, это уже большое достижение. Только не надо говорить о нем плохо. Да, просто думаете говорить плохо о покойниках, очень большой грех. Да, не такой уж большой по сравнению с его грехами. Кстати, мадам, газеты писали, мне в катастрофе. Надо, не заставляйте меня говорить то, что я думаю о газетах. Вы только вспомните, что они писали обо мне, да. Последний раз я видела его на берегу Средиземного моря. Он сидел больной, старый, смотрел на волны, думал. Я сзади подошла, ну сидел, ну, может быть, приехал погреться на солнышке, а может быть, и скрыться от кредиторов, и, конечно, совсем не ожидал увидеть меня здесь. Ох, так, сейчас. Отсюда. Дорогая Сара, не ожидал вас увидеть здесь. Это, да? Да, божественная Сара. Так, сейчас. Так, дорогая Сара,
не ожидал увидеть вас здесь, божественная Сара. Люблю делать сюрпризы, Оскар. Люблю удивлять. А, по-моему, мы всю жизнь только этим и занимались. Оба жить без этого не можем. А я знаю, как удивить абсолютно всех. Да ну. Мы не должны умереть. Никогда. Это будет грандиозный сюрприз. Боже, какая прекрасная мысль. Надо подумать. Думайте, думайте. Пока вы способны смеяться, воспринимать веселье, пока вы живете на сцене в ваших бессмертных ролях, нет времени задумываться о смерти, она приходит легко, незаметно. Но если вы уйдете от людей... А вы, Оскар? Что я? Я умру на всем скаку. Во время какой-нибудь невообразимой оргии в разгуле. Ну, боже мой, ну что вы несете, оргия, разгул? Ну ладно, я играю, как умею. Черт подери, а кто знает, может быть, он именно так бы и сказал. Боже мой, а что такое с вами, Оскар? Что? Вы красный, как рак. И сколько же времени вы сидите на солнце, без шляпы? Ой, давно, дорогая. А где еще сидеть? Где? В номере? Там тихо и пусто, я это не люблю. В баре там хоть и разговаривать, но стоит мне появиться, как все переходят на громкий шепот. Сплетничают обо мне отвратительно. Вот в кухне я получаю удовольствие. Нет, я там не ем, я наблюдаю, как повар ловко вынимает из воды лангустов. У них ведь нет нервной системы, Сара, вы знаете? Да, так говорят, да. И еще говорят, что когда их убивают, они издают крик. Странный крик. Похоже на смех. Издевательский смех. Никто этого не слышал, но ходят слухи. Поразительно. А как это поразительно. Смех перед смертью. Смех. Да, в тюрьме. Вам было очень плохо, Оскар? В тюрьме нет. Нет, знаете, дорогая Сара, какая такая выхолощенность, какая-то, знаете, дорогая Сара, такая бездушная, холодная стерильность. Примитивная одежда, примитивная еда, примитивная постель, охрана одноклеточная. Боже мой, боже, я все это время, пока вы сидели в тюрьме, я плакала о вас, Оскар. О, сама Сара Бернар плакала обо мне. Ради одного этого стоит жить. Мне теперь ничуть не жаль того времени. Ну хорошо, хорошо. Оскар, я мог чуть-чуть пошутить, мадам. Не важно это, не важно. Важно то, как я это поняла. Оскар, вы помните 19 век? А что? Свет фонарей, свет канделябра. А? Да, дорогая, я помню 19 век. Интимный полумрак, платье, которое служит не только для того, чтобы прикрывать наготу. На столе икра из рыбы, которую только что выловили. Похороны, на которые люди приходят сами, по велению души, а не по письменным приглашениям. Но ведь и было же все это. Но ведь и было личности были, индивидуальности, веселые, мыслящие. Виктор Гюго, Наполеон, Лорд Байрон, Гарибальди умерли. Умерли все. Их больше. Мы последние, Оскар, последние романтики на этой земле. А что теперь? А теперь носятся все как полоумные, суетятся неизвестно зачем, усталые, замученные.
тратят жизнь на поиски какого-то одного общего решения. Господи, Боже ты мой, но ведь все же они разные. И то, что устраивает одних, неприемлемо для других. И они нервничают, и все нервничают, и дерутся. И дерутся, истребляя друг друга. Нет, тоска, нет. Мы были другими. Мы были. И мир был другой, но не был идеальным. Он и не мог быть идеальным, хотя бы потому, что в нем жили мы. Загадочным был, таинственным. Но теперь они знают очень много. Они даже знают, что солнце не бессмертно. Оно ведь постепенно сжигает самое себя, и вот это знание давит на них. Ну, в 19 веке мы просто жили и не копались. Мы жили так надежно, что не было нужды задумываться о том, как выглядит смерть. А как вы думаете, Оскар? Им интересно будет об этом почитать? Им? Возможно. Хотя я думаю, что у них достаточно забот, помимо наших мемуаров. Я, правда, свою уже написал. А я начала второй том. И мне помогает мой секретарь. Такой милый, симпатичный болван по имени Жорж Петру. Да-да-да. Очень похож на глупого, обидчивого великана. Ну что? Все? Прощайте, Оскар. И не сидите слишком долго на солнце без шляпы. Это вредно для кожи. А вы не беспокойтесь, дорогая. Меня позовут и отведут, когда придет время. Мадам, вы же светает уже, мадам. О, как вы собирались. Да. А солнце-то ведь возвращается. Восход. Да, согласен, мадам, согласен. Даже кажется, что я чувствую запах моря. Наверное, ночью был шторм. Жаль, шторм прошел мимо нас, но, боже мой, как же пахнет. Хорошо пахнет. Дохлой рыбой хорошо. Ну, а что, девочки вчера поймали на гусь? Поймали, мадам, поймали. Ты мелочь там, я вам рассказываю. Ну, что это вы так раздевались? Ну, да-да-да, когда зевает рот, надо закрывать. Прошу прощения, мадам, ночью не было. Дайте сегодня после обеда. Да-да-да, сегодня после обеда мы с вами совершим маленькое путешествие к моему месту, к моей скале. Там есть пещера. Боже, как же давно я там не была. Но помню каждый выступ, знаю каждую скалу, знаю, как туда спуститься. И мы с вами туда спустимся, и там будет поворот. Крутой поворот жизни. Нет, мадам, нет. Да, вам надо выспаться после бессонной ночи. Я доктора приглашу. Не надо, не надо, никакого доктора не надо. Я наперед все знаю, что он будет делать. Будет вертеться около меня, отравлять мне воздух своими зловонными микстурами, потом мне надоело его излияние. Ты же знаешь, что он многие годы был просто влюблен в вас. О, боже мой, меня очень многие были влюблены. Да, самовлюбленная старая лошадь, вот кто я. Вот, запишите, это пригодится для мемуаров. Да, это отличная мысль, я запишу. Ну что, светило, здравствуй. О чем ты думаешь, светило, о чем? Ты приходишь день за днем, год за годом, час за часом, как машина, без души. Ты знаешь, что ты угаснешь, но тебе все равно. А почему ты не думаешь о нас? Почему ты такое безответственное, светило? Светило! Вы пишете петух? Что, на чепуху о солнце? Вы же хотите, чтобы люди решили, что вы сошли с ума? Нет, я не сошла с ума, нет. Пока еще не сошла, слава богу, не сошла. Сейчас ведь лето, сейчас ведь очень длинные дни, и когда мы с вами из пещеры вернемся, эту нашу работу, конечно, продолжим. Но вот теперь, вот теперь... В правом ящике моего секретера лежит пьеса. Да, лежит пьеса молодого автора. Ведь он мне прислал ее, по-моему, еще прошлой зимой. Ну, не предполагала я, что у меня хватит сил и времени ее сыграть. Но сейчас найдем эту рукопись. И вы напишите автору, пусть он изменит возраст героини. Иначе я не буду играть. О,
Простите, мадам, я читал эту пьесу. Да, иначе не буду играть. Не буду. Если мы сменить возраст героини, там просто все нарушится, все изменится, все развалится. Иначе играть. Мадам, вы простите великодушно, но, мадам, ее уже нельзя делать старше. Питу. Я хочу, чтобы он сделал ее моложе. Моложе! Иначе я не буду играть. Игра Лазарева и Немоляевой. Ну, Лазарев здесь не очень, конечно, не его главная роль, а Немоляева великолепна. Вы знали постановку этого спектакля? Нет, не знали. Для нас это было вообще такой, ну, новостью, неожиданностью. Спасибо. Можно у вас спросить впечатление от спектакля? Очень понравилось. Замечательный спектакль. И артисты великолепные. Такие, когда приезжают, большое счастье ведь для нас, правда? Вы знали постановку этого спектакля? Да, я видела уже этот спектакль в другом исполнении. Вы в Москве видели? Нет, у нас тоже приезжали к нам. По-моему, Цухаревский я тогда исполняла. Спасибо. Ну, это было более ранние времена. Спасибо. Я в восторге. Мне очень понравилось. Вы знали этот спектакль? Нет, я видела первый раз их. В общем-то, я в принципе их видела первый раз, особенно у нас на сцене. Я, в общем-то, не была в московских театрах. Ну, это шикарно. Спасибо. Ваши впечатления после просмотра спектакля? Спектакль замечательный, известные актеры, были очень рады с ней встретиться. Как вам игра Лазарева и Немоляевой? Замечательно. Да, очень понравилось. Очень. Спасибо. Сейчас мы
Ты у меня спрашиваешь, что как вам? Вам понравился сегодняшний спектакль? Да, мне очень понравился сегодняшний спектакль. И хотелось бы побольше таких встреч с известными актерами. Последний раз на какой спектакль вы смогли попасть? В смысле, в городе? Наш? Да. Наш спектакль? Ну вот на Гундарева мы попали, с Шакуровым. А на наш спектакль? В основном на детские с детьми ходим, а так практически... Какое впечатление от игры Лазарева и Немоляевой? Конечно, чудесная профессионала, о чем еще говорить. Хорошо. Несколько вопросов. Ваше первое впечатление от спектакля? Хорошее впечатление, мне понравилось. Игра Лазаревой, Немоляевой? Знаете, мне кажется, она немножко переигрывает. Очень, вот интонация очень резкая, иногда это немножко раздражало. Актерская игра? Ну, прекрасно, они донесли, конечно, все, что они хотели донести. Вы знали этот спектакль? Нет, я его не смотрела раньше. Первый раз? Да. Спасибо. Что вы хотели, кстати, послушать? Сейчас, галстучек, поправим. Можно? Нужно. Дмитрий Борисович, благодаря кому состоялся этот спектакль? Сегодняшний спектакль мы смогли привести сюда благодаря коммерческому участию замечательной фирмы Track Communication и акционерному обществу «Экспериментальная база». Мы очень благодарны им за финансовую помощь в организации этих гастролей. Куда еще поедут Лазарев и Немоляева с этим спектаклем? Завтра они поедут в Северский Полевской. Там состоится спектакль на выезде.